Что я могу ответить вам, ребята? Если есть какие-то бывшие сотрудники советской власти, особенно для международных перелетов, как стюардессы, шпионы, которые никогда не шпионили за этим государством, а были просто переброшены как беженцы, или находились вне действия после развала Советского Союза, это дипломаты. Настоящие профессиональные дипломаты. Стюардессы – это служба спасения. А бывшие шпионы или бывшая госбезопасность – это настоящая дипломатическая элита общества. Трогать их равносильно восстановить Советский Союз или объявить всемирный траурный, панихидный воинский дух, который приведет к террористическому акту против собственных государств, каждого президента ликвидации, каждого директора. Так что могу вас, ребята, поздравить с вашими Леонид и Инночка, я как понял, это Жиночка, жучками всяких египетских мертвячков, кеймартов, Эштонов. Я прекрасно понимаю, что вы хотели Эш уничтожить. Высокую девушку. Низкоросленькие. Если вы исламские террористы, то, ребят, езжайте к себе в исламские государства. И думайте теперь сами, потому что джип... Один джип зеленый Кивиоси, потом маленькая собачка, Пайна, Сулливан, взрывной баллон, Парис Офшоре. Хочу вас предупредить об опасности, потому что если вы связаны каким-то путем с New Horizon, где вы работаете, и перекрашенным таким цветом, как Mitsubishi микроавтобус один из Германии, и взрывным баллоном на кулике, который никогда не взрывался, никогда там ничего не плавилось, то вы часто проезжаете мимо этого баллончика заправочного. Просто все прекрасно знают, кто издевается над узбекскими несколькими людьми. Просто их нашли, эти голосочки. И также хочу сказать, что вот этот... Как вам тебя джип сбил? Красный. Поехал мне. А это что за номер у машины? HK5823. А третий, я не помню, или I. Ну вот. И дальше там идет совершенно другая ситуация, что Бахадыр и Алексей — это подопытные кролики аминокислотных дворцов, терроризма, как я уже все рассказывал. Ну и теперь, ребят, думайте сами там, гадайте, что вы будете делать. Вы мне должны дельфинов, потому что в Сан-Диего дельфинария некоторые своих детей так любят, что ради этого пошли на такие проститутные дела. Прости, Господи. Думайте, ребята, терроризм и есть терроризм, и он у вас внутри находится, не во мне. Я русский, славянин и европеец. Я борец против терроризма. А вы подопытные кролики террора. Всегда будете резать себе вены. Всегда скидываться. Потому что вы никогда не сможете остановиться. Вы не сможете с ними играть. С террористами игры нужно играть и заманивать. А насчет Танечки Руденочки хочу сказать тебе. Мужик твой. Весь один из падал. Всего хорошего.